Подчас новогоднего свята гомельские школьники представили выники своей працы над арт-выставой «Наши дети нашим птушкам». Каля ГЦК разместили велизарную колькость самых разностайных по форме и фарбовцы хаток для птушек. У холи установы юным гомельчанам пропоновали поудельничать у шерогу святочных конкурсов и гульняв. Например, сфотографоваться у импровизованном снежном лесе, упрыгожить елку своими самыми заповедными жаданиями, зародиться веселым настроем подчас веншавального флешмобу. Новый год бодай самое доброе и долгочаканное свято. Свята час, калі выконваюцца мары і адбываюцца цуды. Таму рыхтуюцца да яго старанна і адказна і дарослыя, і дзеці. Ставім ёлку, улучшаем стены ігрушкамі, ждём Дзеда Мароза, чтоб у нас много-много падарков принёс. Я попрасіла у Дзеда Мароза, што я хачу настоящего живого кацёнка. А я попросила у Деда Мороза, чтобы он мне собачку настоящую принес. Запросили удельников свята и у свою особливую творчую майстерню. Тут разгорнулись займальные занятки по створению рукотворных экспонатов. Умелые майстры учили у всех жадающих робить оригинальные новогодние цацки, обереги и сувениры. Бо, как вядома, лепший подарунок зроблены своими руками. Я думаю, что каждый может сделать своими руками что-то теплое, радостное, порадовать себя и своих близких. Нужно немножко терпения, немножко любви вложить туда, души. Вот, и у каждого все получится. У концертной зале городского центра культуры для детей была подрихтована яскравая музычная шоу-программа с уделом головных новогодних героев Деда Мороза и Снегурки. Со святом юных гомельчан со сцены повиншевал старшиня гомельского гарвыканкама Петр Кириченко. По часу урочистости навушенцам, которые досягнули высоких выников у интеллектуальной, творчей або спортивной деятельности, он уручил подарунки. И всем маленьким и дорослым жихарам города над Сожем пожадал поспехов у новом 2017 годе. Хочу пожелать, чтобы в следующем году гомельчанам сопутствовала удача, успех, чтобы все мы были здоровы, чтобы мы тоже с вами могли гордиться нашими достижениями. Для этого, конечно, надо много и упорно трудиться. Ну и хочу, чтобы в новогоднюю ночь, и чтобы люди и праздновали с настроением. Для меня это всегда семейный праздник. Я думаю, что и большинство наших гомельчан тоже в кругу семьи будет отмечать этот вечер. Хочу пожелать всем удачи, здоровья, счастья и процветания. С праздником вас! Вероника Ворошилина, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».